У природы нет плохой погоды, особенно если к такой погоде подготовиться заранее, что и сделали самарские коммунальщики. Сегодня на уборку улиц вышли 132 единицы техники и больше 200 людей. К снегопаду, который накрыл город в День народного единства, коммунальные службы успели подготовиться. Вовремя поступил сигнал от гидрометцентра. В выходные был побит рекорд по количеству осадков. За один день выпало более 19 миллиметров снега. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен 14 лет назад. Тогда выпало 12 миллиметров осадков. Это тяжелая артиллерия. На языке специалистов – автопоезд. Колонна обычно из 5 машин, которые идут друг за другом с промежутком в несколько метров. Они очищают от снега все полотно дороги и одновременно разбрасывают реагенты. Такой автопоезд проходит по всем магистральным улицам Самары несколько раз. Работают коммунальщики круглые сутки. Основной объем работ по магистралям уже выполнен. Наша основная задача – это финишная зачистка основных магистралей и расчистка дорог уже 3-4 категории дорог частного сектора. Ну и, конечно, это расчистка тротуаров и пешеходных зон для безопасности движения пешеходов. В одном из самых крупных районов Самары, промышленном, с раннего утра снег расчищали 600 дворников и 30 единиц техники управляющих компаний. И утро уже напряженное началось, потому что управляющие компании с 4 утра, значит, уже дворники начали очищать пешеходные тротуары. Техника в 5 утра уже пошла по внутриквартальным проездам. В ближайшие дни работа у коммунальщиков не убавится. Бороться придется с гололедицей. Ее синоптики прогнозируют на всю эту неделю. Валерия Макарова, Максим Гусев, Василий Колдашов. События.